Всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green, и мы продолжаем смотреть под присмотром. Прошу прощения, честно, я понимаю, я... Многие уже забыли, что там происходило в комиксе под присмотром, но суть-то в том, что вы меня закидаете какашками, если я просто возьму и начну делать реакцию на какой-то новый комикс, пока... У меня есть незаконченные проекты, там, допустим, «Без магии» вышла 10-я часть, а я сделал, по-моему, реакцию только на 8-ю. И под присмотром всего 3 части по 5 минут, я выпустил 2. То есть я буду догонять свой график, догонять то, что я не делал реакцию, так что ждите. И перед началом хочу сказать, хочу сделать небольшой анонс, точнее. Я собираюсь... сделать небольшой проектик, который будет доступен только для спонсорских подписчиков. То есть, я буду делать часовые реакции, то есть целый час буду реагировать на различные ролики, и выходить это на канале будет 2 раза в неделю. Будут видеть эти ролики только спонсорские подписчики, и через 2 недели... После выхода таких вот роликов будут выкладываться на канал реакции, которые были в этом ролике. То есть, если хотите на 2 недели раньше посмотреть эти самые видосики, то вам придется вот проспонсировать канал, то есть стать спонсорским подписчиком. Но надеюсь, что с этим все будет нормально, потому что я очень верю в эту тему. И фича действительно прикольная, потому что ее предложил YouTube. И прошу прощения, что уже 2 минуты я разговариваю, и реакции до сих пор нет. Честно, сорян, я не ожидал такого. Прости меня, Спайк. Я знаю, некоторые вещи кажутся тебе сложными. Я постараюсь облегчить их для тебя. Ах, моя голова. Twilight Sparkle. Принцесса? Спайк, простите. Мне очень жаль. Принцесса? Что случилось в Ванкувере? Оу. Спайк, пожалуйста, посмотри на меня. Спасибо за все. Ага. Иди сюда. Я в порядке, Спайк, и я больше никогда не буду такой безрассудной. Обещаю. Хорошо. А когда принцесса вернулась? И зачем ты отправил ей кофе? Принцесса привела тебя сюда, да? Ну, что-то типа того. Итак, Твай, ты сейчас не можешь использовать свою магию, так? Это просто мера предосторожности. Как хорошо, что я всегда могу рассчитывать на моего помощника #1, правда? #1? Может, #1? Типа, если так написано в комиксе, то не обязательно говорить #1. Означает #1. Ага, везет тебе. Куда же ты без своей левитации? Ха. Что ж, пожалуй. Но некоторые вещи я смогу сделать всегда, даже без магии. Это какие? Стой. Прекрати, Твай. Так, с тобой точно все в порядке? Да. А как насчет тебя, малыш? Ты в порядке? Почему мне не быть в порядке? Это у тебя кровь пошла из носа, и ты упала в обморок из-за этого дурацкого заклинания. Просто тебе, наверное, было очень страшно. Нет, я не испугался. И я совсем не плакал. Знаешь, в этом нет ничего плохого. Должно быть уже очень поздно. Не могу поверить, что ты еще не спишь, Спайк. Спайк? Вот и заснул. Сладких снов, Спайк. Видимо, мне все-таки нужен дракон-детеныш, чтобы присматривал за мной. Да. Сестра, пожалуйста, позаботьтесь об этом. Тебе нельзя быть здесь. Пойдем, дорогой. Нет, позвольте мне остаться с ней. Твайлайт, проснись. Она очень больна. Нет, я хочу остаться. Нет, Твайлайт. Спайк? Твайлайт? Нет. Спайк, проснись.
Тише, тише, все в порядке. Все хорошо, Спайк. Я здесь. Окей. Доброе утро, доктор Уайт. Вот карточка пациента. Вижу, все в порядке. Очень хорошо. Посетители будут? Часы посещения начнутся через 5 минут. Правила касаются... Что во имя всей Эквестрии случилось с дверью? Доброе утро, мисс Па... Ркл... я тебя вижу. Все драконы такие упрямые. Доктор, это Спайк. Он мой помощник, #1. Опять #1. Мы уже встречались. Помощник, значит? Что ж, на самом деле Спайк мой лучший друг. Но еще он помогает мне с учебой. Ну тогда, надеюсь, позже вы объясните своему помощнику, что в больнице есть определенные правила. А после этого не забудьте поблагодарить его за то, что он верный друг, хоть и несколько самовольный. И в будущем. Доктор Уайт! А, неважно. У меня нет на это времени. Кроме того, мисс Спаркл и помощник Спайк. Ваши близкие здесь. Е-бой. Так, сейчас эпилог. Эх, ну конечно, я вспомнил об этом именно сейчас, когда я пытаюсь уснуть. Твай? Спайк, в чем дело? Уже поздно. Да, знаю, просто кое-что не дает мне уснуть. Залезай. Так что случилось? Расскажи. Ладно. Так, я... Ох, вспомнил ту ночь, когда ты пострадала из-за заклинания. Оу, я действительно облажалась, так ведь? Я так хотела произвести впечатление на Селестию, но... Хе, да, я могу сказать, что она была очень расстроена, что ты подвергла себя такому риску. Спайк, она была расстроена, потому что я должна была заботиться о тебе. Это я виновата, что тебе снятся кошмар... Твайлайт, подожди, я не хотел. Слушай, прости, что заговорил об этом, ладно? Для меня главное, что ты в порядке. А еще я узнал, что не люблю кофе. Ну ладно, что читаешь? Можешь мне почитать? Я уверен, она достаточно скучная, чтобы я смог уснуть. Вовсе нет, Спайк. Это очень интересная книга. Это малоизвестная история единорогов. Том 12 с комментариями. Второе издание, обновленное и дополненное. Вау, Твайлайт. Всего-то. Это даже лучше, чем я ожидал. Ага, замечательная книга. Я читала ее очень давно. В 10 главе есть немного информации о происхождении чейджлингов. Это особенно важно теперь, когда мы подружились с Тораксом. Начнем с самого начала. Спайк? Спайк? Ну, и он заснул. Не вини меня, что пропустил все веселье. Ну, честно говоря, я рад, что все. Нет, не надо. Я рад, что все у них теперь хорошо. Люди тоже это подмечали с хэштегом. #1, серьезно. И черта просто. Ага. Окей. Окей. Собственно, на этом, пожалуй, все. Но перед окончанием данного видоса я хочу сделать рекламу. Куда же тут без рекламы? Собственно, хочу порекомендовать вам канал Алиса Чихуахуа. Это веселый канал, сразу скажу. Веселый детский канал, где Чихуахуа Алиса является, так скажем, говорящей собакой, которая ведет собственный блог от своего... Не лица, мордашки. От своей мордашки. То есть рассказывает о чем-то, еще что-то подобное и так далее. Допустим, отныне я русалка. Видос, где... Ой, я плыву! 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 Да, да! Я плыву! Я молодец! Алиса, давай, давай! О, какая водичка! Плыву! Я плыву! Ура! Контент. Собственно, говорящая собака-блогер. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на веселый канал Алиса Чихуахуа. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Флаттергрин. Всем спасибо и до свидания.